Всем привет! Сравнение смартфонов Samsung Galaxy A21s против Samsung Galaxy A20. Со стоимостью наличия можете знакомиться в описании к этому видео. Версии смартфонов на 3.32, 3 гигабайта оперативки, 32 гигабайта встроенной памяти. Вот, со стоимостью наличия можете ознакомиться в описании к этому видео. По внешнему виду, видим, в принципе, материал у них похож. Это глянцевый пластик, что там цельнопластиковый корпус. Отличается только цветом. Тут такой более голубой, более яркий цвет. Сканер отпечатка пальцев, двойная камера против квад-камеры, то есть блок камеры побольше и побольше камер. Ну, во всем остальном, то есть то же самое устройство, только немножко растянуто. Тут дисплей 6,5 дюйма, тут 6,2 дюйма. Вот, по размещению элементов управления все схоже. Тот же USB Type-C и то же размещение джека наушников. Так, разблокируем устройство. Вот, посмотрим по тестам. Вот, лучше вот то, что сразу можно сказать, лучше дисплей на обычном A20. Тут AMOLED матрица, такое же разрешение HD+, но тут AMOLED против PLS у A21s. A21s слева, это A20 справа. То есть и сразу заметна разница, вот просто посмотреть на иконку камеры, насколько тут она насыщеннее и ярче на обычном A20. Вот, ну, разрешение такое же. То есть по экрану он проигрывает, хоть несмотря на то, что это A21s, но экран у него похуже идет. Вот, смотрим Geekbench 5, по техническим характеристикам, что тут у нас. Так, по процессору. У A20 Exynos 7884, 8-ядерный, 4 плюс 4, 1,6, 6 плюс 2, 1,3 и 1,6 ГГц тактовая частота. Тут 8-ядерный процессор Exynos 850, 2 ГГц тактовая частота. Вот, смотрим результаты тестов. Вот, и видим, что они примерно одинаково набирают эти тесты. В одноядерном даже чуточку проигрывает A20s, A21s, в мультиядерном чуточку выигрывает. По видеоускорителю, ну, тоже примерно равенство, то есть по тестам особой разницы нет. Окей, Antutu Benchmark смотрим. Так, по Antutu Benchmark 108 110, то есть опять же практически равенство по бенчмаркам. Вот. При том, что тут как бы новее процессор, но по бенчмаркам они плюс-минус равны. Смотрим сайт Samsung, посмотрим по скорости загрузки, как странички в интернете открываются в стандартных самсунговских браузерах, что там, что там. Так. Перейдем сюда. Назад. Ну, вот картинка, конечно, намного лучше на обычном A20. Вот опять же, подчеркиваю это в браузере. Вот и видим, что, в принципе, как и по тестам, то есть, да, по скорости загрузки какое-то из устройств не выигрывает. То есть, по сути, по производительности A21s не приобретает по сравнению с A20. Не приобретает. Окей. Закрываем. То есть, в браузере то же самое равенство. Откроем тяжелую игрушку GTA San Andreas. Посмотрим, как работает тяжелая игрушка. Так, тут уже есть игра. Тут ее еще ожидаем. Сейчас посмотрим на GTA San Andreas. Тут на максималках работает плавно. То есть абсолютно играбельный уровень, хороший уровень, работает все плавно. Так, тут похуже работает, вот сразу заметно, да, конечно, картинка выглядит поприятнее, но игра очень плавно, плохо работает, то есть в GTA San Andreas явно преимущество, и тоже в тяжелых игрушках, вот под этот просто видеоускоритель, кстати, что тут за видеоускоритель, не показал, вот и забыл, какой тут стоит, сейчас откроем. Видим даже, как система начинает подтормаживать немножко из-за того, что GTA San Andreas свернул, вот все, теперь нормально, так. Видеоускоритель у нас AMOLED J71, там J52, вот, и под J71, конечно, GTA San Andreas намного хуже работает, и, в принципе, да, по игрушкам именно будет похуже. Вот сейчас моментом плавно работает, или это просто натормозило. Сейчас давайте посмотрим, возможно, это просто вот игра загрузилась, и он что-то тормозил, потому что сейчас плавно работает. Внимательно, сейчас посмотрим внимательнее. Пока плавно работает. Странно. А что тут по графике стоит? Давайте сразу проверим графику. Максимальная графика.
максимальная. Да, нормально работает, просто так преждевременный вывод сделал. Нужно было просто немножко подождать, и игра вот нормально работает. В общем, видим, что и по игрушкам, по производительности, да, логично, что если нет производительности по преимуществу по браузеру и по синтетике, то понятно, что и в игрушках не должно быть производительности, но подумал, что возможно дело оптимизации нет, оказалось просто вначале чуть-чуть подтормаживало, но потом уже видели, что плавно работало. Окей, по камере, тут уже, конечно, лучше A21s, тут квад камера, тут двойная камера, квад камера 48 мегапикселей плюс 8 плюс 2 плюс 2, а тут двойная камера у A20, двойная камера 13 плюс 5. Покажу вам сейчас примеры снимков на камеры этих устройств в сравнении. И также по автономности выигрывает A21s, то есть он лучше камерой и лучше автономностью, но хуже дисплеем. И, ну да, только вот чем он хуже, хуже ценой, ценником на данный момент, и хуже дисплеем. По производительности это по сути одно и то же, но A21s будет лучше по камере и лучше по автономности. По автономности будет лучше на 25%, даже до 30%, менее требовательный дисплей, чуть более экономный процессор и больший объем батарейки, 5000 мАч против 4000 мАч. И где-то вот будет 25-30% при одинаковой нагрузке, а A21s продержится дольше. На этом все, спасибо, что посмотрели это видео, подписывайтесь на канал Максим Мобайл, комментируйте, ставьте лайки и ждите новых видео. Пока!